Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами сделаем очередную походную подделку, самоделку для удобства. При этом будет многоразовая. А также покажу небольшое дополнение для этой штуки. Итак, нам нужна вот такая консервная банка, любая, от чего угодно. Главное, чтобы жестяная, а не пластиковая, либо там стеклянная. Жестяная будет проще всего и удобней. И наполнитель. Наполнителем у нас сегодня будет вот такая вот стружка красивая. Можно сказать, что древесная, как там, древесная шерсть, но нет. Ну, может быть, древесная шерсть. Это стружка из-под пилы цепной, электропилы от пиления вдоль бревна. Получается вот такая вот красивая, замечательная стружка. Это у нас клен. Итак, все максимально просто. Нам нужно очень-очень плотно утрамбовать, сколько получится этой стружки в банку. Стружка сухая. То есть из сырого дерева не стоит делать, это сухое дерево. Я попробую это более культурно скрутить в рулончик и вот таким вот образом. И уже здесь этот культурный рулончик мы запихуем в баночку. Культурный рулончик. Затем нам нужно, так сказать, связать все это вместе, чтобы это было единым целым. Для этого нам нужен парафин, стеарин, что угодно, воск. Это парафин. Сейчас возьмем нагревательный прибор и немного растопим сюда. Посмотрим. Пока не знаю, сколько влезет. Будем смотреть. Итак, мы растопили треть свечки сюда. Все это вот так вот подзастыло, я немного пробовал поджигать. Чем это хорошо? Это очень легкая хрень. К сожалению, у меня сейчас нет пластиковой крышки, но есть пластиковые крышки на подобные банки. Вы это можете все закрыть и с собой носить. Соответственно, на холоде это станет чуть пожестче, не будет вываливаться. Ну, вот, допустим, у меня здесь еще не вываливается. Может быть, надо чуть больше налить воска, но я решил не делать этого. Итак, опять же, пробный прогон. Попробуем затопить. В идеале, конечно, нужен был бы какой-нибудь один фитилек, да, там еще что-то. Но это же печка для обогрева, для приготовления. Точнее, не печка, а свеча. Поэтому она может гореть вся. Итак. Это опять же на тот случай, если не будет под рукой гофрокартона, можно сделать из обычных опилок. Главное, сухих. В теории даже можно носовать туда и обыкновенных палочек, веточек, чего-то подобного. И опять же, можно не забывать про мою вот эту вот одноразовую акцию. Печка для котелка. Я добавил небольшую модернизацию, просверлил вот здесь по три отверстия для выхода газов, когда ставите что-то сверху. Удобно, быстро, просто и надежно. Такая вот банка с отверстием и анкера. Ну, любые болты можно использовать в данном случае. Или же еще проще, какую-нибудь толстую проволоку. Вот эта вот штукенция будет гореть достаточно долго, и главное, у нее пламя не сильное, то есть вот потихонечку-потихонечку оно будет тянуть. И самый главный прикол, который удобный, потихонечку будет тянуть. Опять же, для этих свечей можно использовать все что угодно, то есть вам нужен в любом случае воск, парафин, что-то подобное, стеарин, да, что будет гореть. То есть желательно, естественно, не токсичная. И наполнитель. В данном случае это вот опилочки, либо же бумага, либо еще что-то. Хорошая вещица. Самое главное в данном случае, то что она не чадит никак. Нет вот этого едкого дыма от чего угодно. То есть вообще нет никакого дыма. Ну а вы напишите свой комментарий и обязательно подпишитесь на канал. Как вам такая идейка? Кстати, добавлю немного от себя. Когда вот такая вот штука прогорает, и если ее затушить, она будет сильно, естественно, дымить. Есть вариант проще. Просто переверните, и она тут же перестанет
дыметь. То есть доступ кислорода убрали, и все. Удобно и просто.